Делаю съемку без фильтров. А цвет похож, но он более насыщенный вживую. Костюм новый, я его не носила. Пиджак 42 размера, а брюки, тут видите, они идут широкие и юбочкой 40 размера. Фирма Салким. Качество невероятное. Ткань очень невесомая. Очень хорошее качество. Так, смотрите по брюкам. Здесь запас есть приличный манекен 42 размера. Он, видите, юбочка. Сейчас покажу запас вам какой. Вот, видите, запас. Сейчас замеры все сделаю. Сейчас вид сзади покажу. Пиджак чуть укороченный. Я его тоже замерю. Здесь, видите, вот такие разрезики. Здесь кнопочки. Здесь тоже по брюкам очень оригинально. Смотрите, как идет юбочка. Выход на юбочку. И вот я просто собрала вот так вот. Смотрите, вышивки какие. Это спина. И вот здесь выход на юбочку. Вот так вот на эти пуговички идет. Ой, соскочил брюки. Вообще очень крутой. А рукава можно расстегнуть, но они будут укороченные вот такие. Можно сборочкой. Рукавчик укороченный. Костюм невероятный, особенно качество. И вот цвет более насыщенный, чем сейчас вот на фото.